Всем привет, акула! Ты знаешь, что отличает крысу от акулы? Крыса никогда не поставит лайк и не будет подписана на канал. Вот. Только самые крутые акулы подписаны на канал и ставят лайки постоянно. Так что выбирай себе, кем тебе быть. А мы приступаем к видео. Эта девчонка прикольная, она очень позитивная, постоянно улыбается. Мне нравятся такие люди. Опа! Ебать! Выходят, ебать! Бля, Петя вообще охуенно вышел, мне понравилось. Ебать, первый раз тут, ебать, Петя, красавчик. Блять, Даркангел вообще, ебать, здоровый, пизда. Ну реально, он здоровый, пиздец. Он, похоже, самый здоровый, кто тут был. Машина нахуй. Вышли еще так эффектно. Вот, руки подняли. Кубик. Ну, смотрятся они с виду уверенно. Там не скажешь то, что нервничают. Ангел Бой чисто Бумыч в Brawl Stars'е. Какие-то браслеты еще на руках. Так. Ну смотрим, смотрим. Фух, ну это жестко. Жалко только, знаете, что Алекс не вышел, типа. Там Алекса нету. Алекс может сидит там где-то в зале, не знаю. Жалко, Алекса нету. Все. Петя такой низкий, даже кубик вроде по росту выше. Ну, Ангел Бой, он по росту около 2 метров. Вот, я с ним говорил, когда он около 2 метров ростом. Еще и здоровый. Ну, в зале такая обстановка тяжелая, потому что там очень много фанатов Трайба, там очень их много. Там все почти за Трайб в зале топят. Но чисто так... Ладно, я сейчас, если что, не расслышал, там пиар или что. Если что, спасибо большое, большие бабки, спасибо. Спасибо огромное, прям помог сейчас. Спасибо. Так, первая карта. Первая карта, одна из моих любимых в игре. Наверное, из ограбления моя любимая карта. Это взятие моста. Вот, и Нави забанили Карла, Макса и Дэрила. Значит, они не любят против такого играть, а противники забанили Калет. То есть, в теории, можно что-то жирноватое взять. Дайте подумать. Пчелу, наверное, возьмут. Мне кажется, ну, вообще кто-то по-любому возьмет пчелу. Брока, возможно, возьмет кто-то. Потом, какие еще персы есть очень крутые? Ну, Кольта вряд ли. Кольт рискованный вариант, на нем попадать надо жестко. Итак, кого же они берут? Что-то пик долго не показывается. Задоджилась катка, что ли? Катка задоджилась. О, Брок! Я знал, что пчела или Брок залетят. Ангел Бой пикнул Броком. Противники взяли Еву. Так. Дайте-ка подумать. Брок. Возможно, еще будет и Белли, или Пчела. Возможно, Лола еще хороший персонаж здесь. Хороший. Сквик еще в теории. Может быть, Сквик.
8-бита взяли. Потом в теории еще Мэг кто-нибудь мог бы здесь взять, но это очень рискованный вариант. Я думаю, пчелу сейчас возьмут. Пчелу, потом... Так, пчелобель есть. Посмотрим сейчас, кого они выберут. Может быть, чем-то удивят. Петя немного ножкой трясет, смотрите. Немного нервничает. Лолу взяли, отличный вариант. Ну да, Петя немного нервничает. Мне кажется, сейчас просто, если посмотреть на кубика, куб просто думает, что взять спокоен. Ангелбой тоже спокоен, в принципе. Посмотрел, оценил ситуацию. Ебать, они кольта взяли. Хоть кто-то кольта взял. Я очень хотел, чтобы кто-то здесь взял кольта. Или вообще кольта увидеть хоть раз на ЧМ. Хоть кто-то взял кольта. Интересно, кто на кольте будет? Мне кажется, что Петя будет играть на броке. На кольте, мне кажется, будет куб играть. А на Лоле будет Ангелбой. Но посмотрим, возможно, я не прав. Возможно, другой будет расклад. Вот то, что... Вот последний игрок, который пикает сейчас у Трайба, это Эзливи с ником Чел. Он очень сильный. И Турант, ну, я надеюсь, правильно прочитал, тоже очень сильный чел. А третьего я не особо знаю. Я с ним вроде бы не играл. По пику. Мне пик лично больше нравится у Нави. Да, мне он больше нравится. И у них прям три дамагера. То есть любой чел с любой позиции проходит и вкидывает очень много урона. У Трайба же игра будет идти от бита. Много урона они могут нанести, если бит пройдет и под станции накидают. Все, ребята разошлись. Посмотрим сейчас, кто на ком. Решили дабл фланг Нави пойти. Нет, я ошибся. На самом деле Ангелбой играет на кольте. Это неожиданно. Не помню, чтобы видел, чтобы он на кольте играл. Но посмотрим. Дабл фланг решили попробовать пропушить Лолу. Но 8 бит прошел и накидывает. Петя перепрыгнул к 8 биту. Это очень плохо. Это очень плохо. Но урон они вносят... Хуёво все. Все очень хуёво. Они проседают по хп. Еще немного подфидилась станция биту. Это очень плохо. Ева там просто гуляет. Пока все хуёво. Сейчас Петя даст пару тычек. У Пети еще ульта есть. 8 бит, по-моему, немножко, когда накидывает, со станции выходит. Это классно. Так, Петю забрали. Чуваки опять идут дабл фланг. У них какие-то заготовки есть. Но тут проблема в чем? В чем проблема? В том, что Ева по озеру плавает. Из-за этого дабл фланг не так эффективно работает. Что можно вот так вот челика заигнорить. Так, пока что ребята немного потрахивают. Да. Пока как-то так. И ребята снова идут дабл фланг. Они надеются на какой-то один очень хороший заход. Петю забирают. И первая катка за Трайбом. Первая катка за Трайбом. Хуёво. Интересно, сейчас будет такая же тактика? Опять дабл фланг или что-то изменится? Смотрим сейчас на расходку. Сейчас ребята решили по своим позициям разойтись. Решили, ну, не пробовать экспериментальные варианты с дабл флангом. Хотя задумка была неплохая, просто не получилось. И не получилось быстро бель выбить. Там типа очень сильный на бель играет. Unlock сейчас, что Ева выжил на 45 хп. Ну, хуёво, очень хуёво всё. Ладно, Еву минусанули. Пока по процентам ровненько все. Надо забирать станцию срочно. Станцию забрали. Козявки Евы плывут. Все, козявок убили, отлично. Пока все гладко. Пока есть еще шанс здесь выкарабкаться. Так, надо Еву дожимать. Ева засейвилась гаджетом. Небольшой дамаг вносят. Отходят.
Пока что доминация за трайбом. Ангелбой идет направо, но он, возможно, не знает то, что там куча капканов стоит, и там очень сложно будет пройти, в принципе. То есть там наступил на капкан, все, тебя бель затапает. Посмотрим, как оно сейчас, как он там отыграет. Смог разменяться с бель. Времени остается очень мало. И бит сейчас сгорел. Очень мало времени, в принципе. Тут уже камбэкнуть почти невозможно. Да, тут уже все, тут пизда. Первый режим уходит за трайбом. Ребята. К сожалению, ждем сейчас следующую карту. Ладно, посмотрим сейчас на челиков, что да как. Реплей пока показывают. Окей. Да это ерунда, ребят. Первая карта. Сейчас разыграются. Сейчас можно еще изи камбэкать. Это первая карта. Плюс еще персы были сложные. С кольтом тяжело играть. Там пацаны жестко мансуют, стреляют. Ничего страшного. У Кубы татуировка есть, я не знал. Вон на левой руке, видите? Не знал, что у него татуировка есть. Петя, как всегда, спокоен и серьезен. Так. Тут ребята пока комментируют, ждем пока следующую игру. Дайте, подождите, я донат по-быстрому чекну. Все, чекнул. Короче, ребят, тут такая хуйня, блять. Чел 2500 закинул на пиар, 2500 рублей. Поэтому пока ждем катку. Если не сложно, подпишитесь на челика, пожалуйста. Я ее закреплю. Вот, я поскидывал ссылку в чат. И смотрим сейчас следующую карту. Просто 2500, блять. Я не могу его заигнорить, это пиздец. Бабки. Смотрим, следующая карта. Дуэлинг Битлз. Я не помню, как она выглядит. Поэтому сейчас просто смотрим, что напикают. И уже на деле смотрим на катку. Так, Биа и Джанет. Кубик взял Пенни. А, подождите, я похоже понял, что это за карта. Если они Пенни взяли. А Пенни мало где заходит. А, это Муравьиные бега, это хорошая карта. Да, Муравьиные бега — это такая закрытая карта. Там, где с двух сторон у мидера есть кусты и заборчик. Вот. Ну, Пенни хороший вариант тут. Они будут от Пенни играть. На Пенни, скорее всего, Петя будет играть. Он часто очень на Пенни играет. Они еще взяли бель. И они берут сейчас last pick. Плохо, конечно, то, что last pick именно в заходе остается за командой Tribe Gaming, потому что last pick — это серьезная тема. Вот, и кого же они еще возьмут? И они берут еще Crow, хорошо. Я думаю, что на Crow, наверное, будет играть... Хотя, знаете, не факт то, что Петя на Пенни будет. Петя может на Crow сыграть. Петя либо на Пенни, либо на Crow.
Набель, скорее всего, будет играть у нас куб. А почему-то мне кажется, что Ангелбой либо на Пенни будет, либо на Кроу. Я знаю, что Ангелбой на Пенни хорошо играет. Мы раньше, когда Симтурики играли, он тут на Пенни катал и жестко играл. И противники взяли Спраута. Спраут — это, конечно, проблема большая. Надо будет, чтобы Кроу как-то залетал в него, что ли, когда ульту будет нафармливать. Но вряд ли Спраут будет соло стоять. Ему, скорее всего, будет кто-то помогать. Пошла игра. Итак, смотрим, кто на ком. Петя играет на Кроу, Ангелбой на Бель и Кубик на Пенни. Немного неожиданно, но окей, пусть так. Так, чего они будут добиваться тут, интересно сейчас. Ангелбой будет пытаться выбить пчелу. Петя будет пытаться кого-то замедлить, фармить как сможет потихонечку проценты. У них очень хитрая у противников такая связка, то что Джанет тоже на миду стоит как бы. Хорошо, Ангелбой попал. Пенни жесткую тыку сейчас закинула. Ну, Кубик отлично мансит, как может. Так, следим. Пока контроль за трайбом, пока все плохо. Также есть ульта у Джанет, но она ее не хочет юзать. Ангелбой перебивает пчелу. Это очень хорошо. Ставит капкан сейчас на миду. Ребята немного выходят. Джанет запрыгнула за спину. Петя ей дает тыку, отходит. Он ее замедлил, чтобы она не выебывалась. Так. Ангелбой дает несколько тык, его забирают. У Кубика скоро ульта уже будет. Скорее всего, ему ласт тыка осталось. Так, Спраут ничего не попал. Хорошо, Петя минус. Закинулась турель. Сейчас, если Спраут не будет обращать внимание на мортиру, то можно еще отыграть, можно отжать противников. Петя мансит как может, хорошо, Петя выживает, добирают они Спраута, это очень важно было сейчас. Очень плохо, что Джанет туда зашла, надо не дать ей сломать мортиру, хорошо, мортира дальше стоит. Сейчас контроль за командой Нави, контроль за ней. Вот, и главное не дать мортиру сломать. Спраут контролится, по процентам почти камбэкнулись. Очень плохо сейчас, что Джанет зашла, фармит проценты. Им пара процентов осталось, нужно Джанет выбивать срочно, не получилось. Не получилось, первая катка уходит сейчас за трайп. Но это было близко. Это было близко. Решили немного по-другому сыграть. Кубик сейчас через мид выходит. Я думаю, это чтобы попробовать как-то быстрее набить ульту, потому что с ультой очень сложно, ульта долго появляется. И сейчас у них начало немного получше. Куб уже дал пару тык, но его контролит пчела. Против пчелы будет Unreal почти выйти на Пенни. Нужно ждать чего-то. Пока стенка сломается, куб хорошо проходит. Он сейчас уже ульту дофармил почти. Ему ласт тыка или две максы осталось. Я невнимательно считал, я не понял, один шот он попал или нет. И сейчас нужно как можно быстрее пытаться перевернуть игру за счет мортиры Кубика. Да, все, Кубу осталась последняя тыка, но он, к сожалению, не успел сейчас закинуть мортиру. Но сейчас будет мортира. У противников к тому моменту примерно 70% уже будет. Сейчас надо пытаться как-то выбивать контроль. Сейчас надо как-то пытаться выбивать контроль. Куб куда смог поставил мортиру, но их жмут пиздец. Их пиздец жмут за счет Спраута. Они не могут выйти, и Спраут постоянно мид перекрывает. Ну, ладно, их тут трахнули, анлак. Не повезло.
Надеемся, то, что будет камбэк со следующего режима. Пока что все очень плохо идет, все очень печально. Так, ребята, что вы там пишете, интересно? Нет, со Спраутом, да, понятно, но у них last pick, понимаете, типа, со Спраутом тут, блядь, Спраут очень решающий перс, и челы на last пике взяли Спраута, и ничего особо против него не поделаешь. Ну, Кубик молодец, он очень быстро нафармил, на самом деле, мортиру во второй катке, он сыграл по-другому, не так, как в первой. То есть, ну, сделал все, что мог, да. Типа, на Кроу тоже, если честно, сложно выживать против Джанет. Она же просто сплэшем бьет. Она специально идет на мид, туда, где Петя бегает, чтобы сплэшевать его. Чтобы он отмансить нормально не мог. Ну ладно, будем надеяться, то, что сейчас пойдет камбэк. Будем надеяться. Что пойдет камбэк. Посмотрим сейчас, какая карта будет следующая. Пока не расстраивайтесь, ребят. Так, ладно, следим. Следим, все, уже нам показывают ситуацию. Карта будет вот такая вот. Карта будет вот такая вот. Кстати, просто мало кто об этом знает, но челу вот из Ливии ему лучше не давать пчелу, он на ней ебашит пизда. Вот они сейчас навище забанили пчелу, и Джанет они тоже забанили. Ну типа, я к тому просто, что я именно видел, как из Ливии за пчелу играл, и он очень жестко переигрывал челов. Я скримы тоже смотрел, как из Ливии на пчеле играл. Посмотрим, как сейчас карта ляжет. Челики взяли Эмс. Я тут не могу угадать, что будут брать. Много вариантов комбинаций, которые сейчас можно пикнуть. Возможно, Пока попробуют, но это не точно, вряд ли. Может быть. Но, опять-таки, там Пока что-то типа через танков против Эмс уже немного неудобно. Плюс Гейл как бы не бан. О, ебать! Они взяли Бастера. На Бастере, скорее всего, будет играть Ангел Бой, потому что я видел, я в глобале попадался, Кубик с Ангел Бой, с Ангел Боем тренировались, именно Бастер и Мортис. Но не факт, что будет Мортис. Они решили взять Гейла. Вот на Гейле, наверное, будет Петя. Насколько я помню, Петя постоянно играл на Гейле. Ничего себе. Ребята решили Лу взять. Это очень необычный пик. Я, если честно, прихуел немного с Лу. Ну вот я думаю, что Морти собрать опасно очень. Ну я просто так на скидку прикидываю, что вот, допустим, кто у нас сейчас есть? Ну Нита есть, как бы. Ну может быть кого-то более такого. Я даже не, я не могу представить, кого они возьмут. Гейл же фланг, наверное, пойдет. Но в теории он может как бы мид. И мы видели, Тенса играл на Гейле мид. Но на Гейле тяжело на миду тут будет. Поэтому, может быть, они сейчас кого-то на мид возьмут. Посмотрим. Они решили, да, взять Макса на мид. Так, ну, в принципе, тут Бастер. Будем надеяться, что это поможет сейчас выиграть. Я думаю, что Кубик, наверное, будет на Максе сейчас. Петя на Гейле, а на Бастере будет Ангелбой. Посмотрим. Не помню, чтобы Ангел Бой играл на Максе.
А, он на Максе играет. Кубик все-таки играет на Бастере, но Петя, да, на Гейле. Сразу Кубик запушил Челика. Так, Петя тоже переиграл фланг. Начало хорошее, и можно гол забить. Но тут Лу очень жестко отыграл, и поэтому не дал забить гол. Очень жестко отыграл, очень все по таймингу сделал. Спасибо за донат. Мамеса. Его в Нави держат онли за счет медики. Признайте уже. Без Джейсона Куб соло не может тащить. Не будем на такие вопросы провокационно обращать внимание. Петя сейчас охуенно отыграл, минус 2 сделал. Петя заебись на гейле играет. Так, ну сейчас Газ прожимает гаджетом. Посмотрим сейчас, как дальше будут разворачиваться события. Пытаются выкурить Кубика, но он же не сигарета. Пытаются выкурить гаджетом Гавса, да. Так, Петя выжил, Петя молодец, выживает на лоу. Хорошо, Петя сейчас пас дает. И тут, похоже, гол. Нет, наверное, откинет, да-да-да, откидывает. Откидывает. Кубик решил унести мяч. Пока ничего не понятно. Но контроль сейчас за трайбом. Они все там в кустах сидят на позициях. Петя выжидает момент. Думает, что Эмс выйдет, наверное, чтобы застанить. Петя выходит на агрессию. Станет, убивает Эмс. Эмс минус. Но сейчас пройти никак не получится, потому что там ульта Лу хорошо накинута. И нужно опять дальше пока посушить немного игру. Подождать чего-то. Сейчас maybe Куб как-то запушит. Куб хорошо мансует. У Пети есть ульта. Кубик ваншотный. Так. Так, так, так. Я думаю, вариант есть. И Петя сейчас идет. Забирает Эмс. Все хорошо, контроль есть. Петя за мечом побежал. Ангелбой ваншотный выживает, захилился. Сейчас карта уже откроется. Ульта Лу накинута. Хорошо, опять-таки. На Лу Чел очень умело играет. Вовремя всегда, как надо, ульты накидывает. У Кубика есть ульта. Он может за счет ульты немного попробовать продавить, что ли. Хорошо, он блокирует Эмс. Они хотят их запушить сначала. Они одного убивают, но там два чела на лоу. Вот, и у Пети есть ульта. Петя почти фул заморожен. Петя сейчас отбегает, он не приморозился. Ему буквально одно попадание хорошее Луи, он фул заморозка. Ребята хорошо держатся. Сейчас, ну, потный очень момент. Ангелбоя убили. Хорошо, хорошо, минус чел. Тут пахнет ничьей на самом деле. Потому что, по-моему, Нави сейчас не успевают просто забежать, забить, да. Это ничья. Эта игра ничья. Сразу сейчас смотрим следующую. Смотрим сейчас следующую игру сразу. Все очень переживают, кто болеет за Нави, я это понимаю. Ребята немного взгрустнули, это видно. Хорошо, пока что опять дрочельня. Ну, я это так себе примерно прикидываю. Петя почти убивает Эмс. Но главное, что они сейчас взяли контроль. Пока что карта под их контролем. Петя убивает Эмс, хорош. Сейчас вроде бы пахнет жестко голом. Да, это по-любому гол. Хорошо, 1-0 есть в пользу Нави. Дальше смотрим, что будет. Кубик подождал, чтобы немного потянуть время. Потому что, ну, тяжело идет. Наверное, считают сейчас как-то в дефе сидеть, что ли. Но Петя идет, сразу пытается продавить. Противники поменялись. И это очень невыгодно для Нави. Такой размен по позициям. Потому что... Но Кубику это не мешает перебить фланг. Кубик убивает. И это вроде бы снова гол. Почти. Немного не фартануло. Мяч немного в угол ударился, улетел. Не повезло, не повезло. Почти был гол, не повезло. Кубик просто растерялся. Там Лу почти его фул приморозил. Надо было быстро действовать и не прокатило.
Так, смотрим дальше. Гавс пытается отпушить сейчас гаджетом. Хорошо, поменялась команда Na'Vi, теперь они опять выгодно стоят, как нужно. Кубик против Гавса. Хорошо, Кубик полностью не заморозился, это очень важный момент. Так, Кубика выходят пушить. Кубик дает две тыки. Есть ульта у Пети. Хорошо, Петя заблокировал, охуенно. Блять, ну не повезло, не успел мяч словить. Не успел словить мяч перед смертью. Но мне блок понравился, потому что Эмс думала с гаджета сейчас забить, оттолкнуть Петю и забить. Я думал, как можно это задефать. Петя поставил ураган. Так, у Пети и у Кубика есть ульты. Так, хорошо, точнее плохо. Первая катка за Tribe Gaming сейчас в футболе. Матчпоинт для команды Tribe. А, стоп. Блять, стоп, я что-то не то нажал. А, вот, да, вот, так нет, не ГГ еще, есть шансы. Не повезло, они могли прошлую закрыть. Там просто момент был, когда у Кубика не получилось забить. Это еще можно выиграть. Это еще не ГГ. Хорошо, Эмс ваншотный, Эмс минус. Но пройти сейчас тяжело будет. Хорошо, Гавс минус. 3 в 2 сейчас ситуация. У Лу мало хп. Лу почти убили. Лу убили. Опять я немного мискликнул ультой, бывает. Ангелбой решил уйти на сейф, сохранить позицию, сохранить контроль. Хорошо, минус щел. И сейчас Кубик пытается запушить Лу. Почти получается. И это гол. Найс, это гол. 1-0 есть. Найс. Нужно сейчас выигрывать, стараться. Хорошо, Петя застанил Эмс, но добить его не смог. Там еще немного Лу подконтролил. Очень хуево убивает Ангелбоя сейчас. Кубик с ультой. Хорошо. Кубик убили. Нужно держаться, нужно держаться. Сейчас самое главное, чтобы все противники ульты резко не нафармили. Тогда, блять, пизда будет. Тогда их закидают просто какашками. Но пока нормально. Ага, на раскрытие, да? Это гол, это гол. Сейчас последний гол решит просто исход игры. Так, Кубик почти фул заморожен. Ага, Петя застанил Эмс. Умер. Эмс забивает с ульты ГГ. Не повезло. Но противники красиво поступили, пожали руки. Мне очень обидно за Алекса, если честно. Потому что Алекс не смог сыграть на чем второй раз уже. Это очень обидно. Это очень обидно. Да ладно, не повезло. Не накидывайтесь, пожалуйста. Не накидывайтесь, ребята.